вечер, дорогие друзья. С вами снова фирма Петерсон и Эдуард Петер, помощник архитектора на объекте номер таком-то. То есть только что сейчас пришла эта касочка защитная. И вот мы с вами отправляемся искать приключений на эту каску или на эту фотографическую задницу. Так, аккуратненько, аккуратненько. Первое, что я хотел бы проверить, это у вокзала. Сейчас у нас идет строительство вокзала, да? И там есть много техники, как бы, ну не так много, но своя забивающая машина, бульдозеры и так далее. Что-то они там все творят. Поэтому мы сейчас проедем мимо, посмотрим, насколько оно безопасно там для нас. Так, я вас поверну. Ну и потом уже решим. Есть еще пару мест, где я видел, строят что-то. Поэтому попробуем сначала здесь. Нет, значит, нет. Просто время прошло как бы впустую в ожидании этого почтальона доставки. Вот как я и сказал, что почта сейчас работает довольно-таки фигово. Этот так называемый почтальон не смог найти даже мой дом. Я не скрываю, там, конечно, не так просто, но все-таки почтальон начал звонить, он меня не понимает, я ему на чисто немецком говорю, с русским акцентом, что, блин, ну не можешь найти, ну стой возле входа этой клиники нашей, я сейчас выйду. Что, что, я не понял. Я говорю, да стой там, где ты стоишь, где ты есть? Возле клиники, а вот там и стой, а? Мама моя родная, пошел, забрал у нее две посылки. Одна была вот с этим шлемом, а вторая — это внучку фотоаппарат мы купили, игрушечный. Ну, не настоящий, естественно, ничего не фотографирует. Что может ребенок 2 года фотографировать? Ну, он такой, туда можно дырочку смотреть, там калейдоскоп, а на кнопочку нажимаешь, он что-то визжит там, как написано. Ну, я думаю, ему понравится. Он целый день играл с моим фотоаппаратом старым, «Зенитом». Ходил, делал вид, что он нас всех фотографирует. Я посмотрел видео с побродилками утренними, ужас пришел. Ну, конечно же, все шатается, все мотается. Я бы не стал такое видео смотреть. Поэтому я как бы теперь откажусь от такого вида съемки. Буду фотографировать только, вернее, видео снимать только на месте и только стоя. То есть дошел до куда-то, показал, сказал, куда пошел, еще дошел, еще раз показал. Иначе такая вот тряска получается, что глаза поломать можно. Так. И вот сейчас мы с вами поедем в центр. Ну да, блин, ты даже не торопишься, чучело. Я буду тормозить, конечно.
Ну, я скажу так, что если сегодня нам не удастся это сделать, то мы перенесем это на завтра. Что, пропустим поляка? Давай, вежливый ответил на пропускание. Почему поляк? Ну, во-первых, сразу видно было рисунки, ну, чисто польские такие, потом написано «Бестия», ну, тоже, и польские номера, ПЛ, да, но там их не было видно, то есть я так это увидел. Поляки, они здесь по первости очень много покрали автомобилей, когда только-только границы там открыли. Как говорили, пропало авто, она уже в Польше. Вот, то есть сейчас это уже прошедшие. В прошлом, короче говоря, у них появилось достаточно машин, достаточно денег, чтобы не воровать, не рисковать. А здесь они работают, приезжают. В основном штукатурят, красят. В общем, малярят. В основном я видел их на малярных объектах. Вот сейчас нам надо объехать центр, чтобы попасть к Бонскому новострою. Я не знаю, я не видел проекта. Ну, мне жаль этого вокзала. Сейчас какое-нибудь убожество построят стеклянно-бетонное. А этого был свой флэр. То есть такой тоже 40-х годов. Чуть ли не с башенками. Ну, мне он нравился. Не знаю, что уж тут решилось, какая была необходимость. Функционировал он нормально. Так, поехали. Так, пропускаем. Заметили, по переходу прошло 10 человек, ни одного немца. Вплоть до сомалийского пирата. У них интересное строение черепа, у этих сомалийцев. Вон он поехал. Их очень легко отличать от других негров. Почему прекратилось пиратство? Во всяком случае, оно не в таком масштабе сейчас, как это было. Наняли арабские принцы, фамилия, семья, которая принадлежала там танкеры и так далее, которые пострадали. Они наняли частную армию, 1000 человек. Снабдили ее вертолетами, скоростными кораблями,
оружием создали на границе Сомали тюрьму и в 3 месяца забили эту тюрьму всеми этими пиратами. Все. То, что не могли объединенные нации сделать, включая российские корабли, британские корабли, тоже с их вертолетами и так далее, они сделали за 3 месяца. То есть вот так эти вопросы решаются силовыми методами. А не как у нас. Недавно судили пиратов, которые здесь 2 года сидели. Не сидели они, они ни разу не сидели, они просто у них выезда не было. И вот теперь прошел суд, их полностью оправдали и отправили за наш счет домой. Вот и все, вот это пираты, блин, вот это вот наказание, блин, обалденно. Так. Два суда происходили. Один насильник из Сирии изнасиловал девушку. Получил условно 1,5 года. И судили полицейского немецкого, который агрессивно себя вел по отношению к беженцам. 1 год и 4 месяца без всякого условно. Иди садись, полицейский. Вот такая у нас юстиция здесь сейчас. Политкорректная. Еще не проходит и недели, ребят. За это лето уже 5 девчонок от 14 до 16 лет. 14-15 изнасилованы и убиты. И женщинам, которые противостоят и идут к канцлер-амту, то есть там, где сидит Меркель. Так вот тут хорошее место-то, такое строительное, дверь открыта. Вот тут можно будет, но здесь встать абсолютно негде. Поэтому проедем дальше. Что ж ты бибикаешь-то? Ты никому этим ничего не докажешь. Так, тут вот в наглую можно было и машину поставить, и заодно пройти на стройку. Я думаю, что это можно было сделать. Не думаю, что кого-то заинтересует. Ну да ладно, посмотрим дальше. То есть вот наш вокзальчик, пока его еще не снесли, а рядом вот что-то строят, но я думаю, его потом снесут. Хорошо бы, если нет. Так, тут при вокзале полицейский участок, что тоже не есть хорошо. Так, вот площадка строительная. Но нам нужно было то. Так, закрыто, естественно. Ну что, хорошо. Я не вижу, чтобы здесь работали в 2 смены. Пока не вижу. Так, здесь вообще негде поставить машину. Ну, совершенно. То есть абсолютно.
Хотя можно было там сзади, наверное, на стоянке где-то поставить. Ладно, сейчас посмотрим. Если что, вернемся. Так, зуденький. Так. Здесь все забито. Так, СВБ. Ну, здесь, по идее-то, нельзя ставить тоже. Ну, кто сейчас будет проверять? Ну, попробуем еще дальше. Так, ну здесь никак, ребята. Здесь везде стоят, что порушает. Здесь надо оплачивать место. Ладно, еще поищем. Тут целая проблема, ребята. Здесь очень большая проблема. Как и везде, наверное, в центре. В любом центре попробуйте найти место, где поставить машину. Замучитесь. Так. Посмотрим. Посмотрим. Так, есть. Ну, тут еще двоякая штука. Я могу найти место для машины, а все остальное будет закрыто. Как я вижу, по периметру все закрыто. Так. Ну что ж, ребята, тогда выбираем рискованный вариант. Очень рискованный, очень. Потому что на стройку зайти — это вам не тяп-ляп, а уж заехать так и вовсе. Ну, мы попробуем. Итак, мы снова на этом повороте. Фух. Немножко боязно, ребят, конечно. Ну, все равно попробуем. Ехать куда-нибудь сейчас на отшиб, на стройке сейчас на отшиб, естественно, нет времени. Будет темнять, скоро будет. Так. Я чувствую, что здесь кто-то еще есть из строителей, иначе закрыли бы эту дыру. Да что ж вы избибикали, старцы? Так, вот так мы это сделаем сейчас. Заедем прямо сюда. Так. Вот так. Поставим. Выйдем. И оглянемся. Ну, вот первые кадры я сделал.
Я поставил штатив сейчас, как на который я сфокусировался. Ну, а сейчас буду потихоньку, не все сразу, доставать и заниматься своим делом. Короче, я уже сделал необходимое мне количество снимков без дрона, чтобы не вызывать подозрения. А так, строители здесь выходят, поэтому дверь открыта. Они еще не закончили. Здороваются, говорят, хорошего вечера. Отлично. Ну, а сейчас я приступаю к самому опасному части нашего плана. То есть я сейчас попробую подвесить дрон и вместе с ним сфотографироваться. Да, если вот там будочка, это управляющие там сидят, то это не самый лучший вариант, но хочется не вставлять ничего в фотошопе, поэтому я сейчас и так сделаю. Ну вот, установил, начинаю съемку. Ну, еще сейчас самое страшное. Подъехали рабочие, я на них глазах запускаю двигатели этого. Ну, не знаю, что страшное, но могут полицию вызвать. Так, ладно, пошел я запускать движки. Так, ребята, я сделал больше, чем я хотел. Не удалось это сделать. Вот что шлем животворящий делает. Итак, сейчас я незаметно все это соберу, аккуратно выйду, и только меня тут извидели. Так. Ну, теперь спокойно, без волнения, включаем аварийку. Постепенно отсюда двигаемся задом. Типа мы со стройки выезжаем. Вы нас должны все пропускать. Так как вы видите, откуда я выезжаю, вы должны уважительно относиться к рабочим людям. Строителям. Все, ребята.
Я с облегчением вздыхаю. Ребята, некоторым покажется это, ну подумаешь, какой герой есть. На стройку пошел и снял. Ребята, вы не путайте стройку в Германии и стройку в России. Там на крайний случай сторож прибежит поматериться, ну и все. А здесь сторож не прибежит. Здесь прибежит полиция, и начнется до выяснения обстоятельств, камеру конфискуют, все данные напишут, потом пришлют повестку за нарушение территории приватного владения, такой-то, такой-то вам штраф, не согласны, будьте... Тогда оспаривать в суде. То есть здесь совсем все по-другому. Поэтому то, что я сделал, это маленький такой, маленький совсем героический поступок. Так, и что мы тут? Давай, объезжай, да, и поехали домой. Очень хорошую службу сослужил жилетик. И каска. Ну, жилетик есть у всех. А вот касочек-то, ну, я ее купил в Амазоне за 7 евро. Так как у меня Prime Ferzant, то есть посылка бесплатная, так она мне обошлась 7 евро. Ну, я не жалею, что я потратил эти несчастные 7 евро. Дело в том, что я думаю, оно нас еще не раз выручит, потому что я посмотрел по реакции, ребята, строители принимают меня за своего, желают доброго вечера, всего хорошего, пока, говорят. Ну, и я им в ответ говорю. Ну, на крайний случай у меня легенда была заготовлена. Я же работал долгое время в Goethe-Schutz-Kanalbau, то есть это фирма, которая проверяет строительство каналов на стройках. Я с ними был, я с ними фотографировал их при работе, я знаю, что они делают и чего они хотят. И они тоже ездят с камерами. Ну, конечно, не такие. Я им тогда Sony маленькие купил. Они счастливы были с поворотным экраном, помню. Задание мне такое было найти и купить. 25 штук, помню. Вот. И они прямо такие довольны были. Поэтому у меня была такая... на всякий случай версия, что я из Goethe-Schutz-Kanalbau, Бадхонев Прюфинженер, то есть проверяющий инженер. Мы испытываем здесь технику высотную, сверху будем проверять канал. Могло бы пролезть, могло бы нет, в зависимости от того, кто попался. Ну ладно, факт то, что я наделал теперь фотографии, нетрудно оценить их в этой ситуации, значит, долго рассматривать там в маленьком экране, конечно, не фонтан. Но вот по приезду мы с вами сейчас посмотрим. Я думаю, это должно было получиться, во всяком случае, ну, хоть несколько кадров, да? И вот этот риск запустить дрон, ну, это вообще было. Мало того, что я его подвесил, да, но я еще его запустил, двигатель ужужжал там, да, на лесочке. Но это всегда интереснее, когда вот он такой пропирели крутится. Такое не сделаешь толком в фотошопе, а если сделаешь, то очень долго возиться приходится. И так аутентично все равно может не получиться. А здесь он крутится, он снимает отлично, что же, хорошо. Вот. Так что едем домой. Эту трассу вы тоже знаете. Я сейчас отключу поездку, чтобы лишнее время ваше не тратить. Ну и встретимся уже в домашних условиях. Да, хорошо. Так, ну давайте посмотрим, что получилось. Я резкость выставлял по своему штативу.
потом сам там становился, пробовал фотографировать. В принципе, получилось неплохо, но без дрона. Я пока только примеривался, чтобы в случае чего вставить. Тут и черный дрон у меня есть, и другие дроны. Так, вот так. Я размыто, это хорошо. Так, тут я тут стою, как Карлсон. Ага, изображаю себя умного инспектора. Так. Вот тут хорошо можно ставить. Полетел дрон, да? Вот это отличный кадр. В фокусе тут этот. Здесь я вставлю картинку. Угу. Да. Есть что выбрать, ребята. Ну, во всяком случае, штук 5 я точно отсюда получу. 6. Так, вот уже появился дрон, да? Вот он пока без вращающихся. Вот это очень хорошо. Вот это очень хорошо. Так, что мне нужно было? Потом с этой стороны. У меня пальцы не на управлении, потому что это вот приходилось держать телевизор. Он к этому не подходил. Так, тоже неплохо. Угу. Вот очень хорошо. Вот это вообще великолепно. То, что нужно. Так, ну и издалека. Так, тоже хорошо. Бегать, бегать, ребята, надо убирать пузо. Надо пузо убирать. Год назад у меня такого еще не было. Так, вот, тоже отлично. Да, много хороших получилось кадров. И отдельно дрон тут еще под разными ракурсами. Замечательно. Причем он, по-моему, он резкий, все нормально с ним. Да. Ну, я снимался, штатива должно было быть. Так, здесь, конечно, дрон мало видно, но может пойти, может не пойти. Посмотрим. Здесь тоже. Вот тут хорошо, перекликание желтого. И в середине дрон, там, где нужно. Так, здесь хорошо. Такое умное лицо мне прям. Как будто поправишь, чтоб запускаю. Ага. Вот. Прям вот такой умный. Ну, то есть, ребята, очень даже неплохие снимки получились, я смотрю. То есть точно можно будет выбрать. Ну, если такие кадры, которые вот как этот, которые не очень, скажем так, удались. Где я пересекаю этот, допустим, вот тут. Желто сливается, ну, можно поставить все равно. Подставлять туда другие дроны. И будет чудненько, ребята, чудненько. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам покатушка такая тоже по душе пришлась. Всего доброго, до следующих приключений. Пока!